Слушайте и не говорите, что не слышали! Наш повелитель Султан Ахмед Хан взошел на престол! Девушку зовут Анастасия, госпожа. Ее доставили с греческого острова для Софии Султан. От Софии Султан можно ждать чего угодно. Она усиливает свое влияние на Ахмеда. С этой минуты славный трон династии Османов принадлежит только тебе. Я взошел на престол. Нежданно, негаданно. Кто-то вновь пытается разжечь пламя смуты. Я уверена, сначала они захотят избавиться от нас. Я иду, чтобы вершить судьбы, чтобы определять будущее. Я сама выбрала себе имя. Я Кюсэн. Я иду. В этом древнем дворце я увидела и познала тоску в окружении величайших богатств этого мира. Тьму, скрывающуюся за блеском самых великолепных драгоценностей. Дьявола, прячущегося за самыми прекрасными лицами. И глубокое, как море, любящее и кристально чистое великое сердце самого могущественного властителя мира. Султан Ахмед будет свергнут с престола, а его место на троне займет Шахзаде Мустафа. София Султан! Предатели связали нас по рукам и ногам. Стража! Не приближайтесь, предатели! Я всю жизнь этого дня ждала. Пусть сгорит этот дворец. Пусть рухнет династия, мне уже нет дела.